И снова вас приветствует океанский лекторий. О разгадке тайн ледяного континента нам расскажет Алексей Якайкин, кандидат географических наук, полярник, глицеолог, ведущий научный сотрудник лаборатории изменений климата и окружающей среды Арктического и Антарктического научно-исследовательского института. Алексей, спасибо вам, слово. Да, добрый день всем. Меня зовут Алексей. Я сегодня вам буду рассказывать про Антарктиду. Ну что я хочу вам сказать, вступительные слова, пару слов буквально. Конечно, презентация не так, что прям вот научная-научная, она научно-популярная больше. И тут в целом пойдет речь и про Антарктиду, что это такое за континент, и чем там люди занимаются, и, собственно говоря, чем занимается там Россия, какие самые интересные были проекты в России за последние там годы или десятилетия. Ну, почему именно я об этом рассказываю? Потому что я сотрудник Арктического антарктического института, да, и 16 раз был в Антарктиде на станции «Восток». То есть, в общем, говорю обо всем об этом, можно так сказать, из первых рук. И буквально 1-2 слайда про историю открытия этого континента. Ну, поскольку все-таки семинар у вас морской, да, я думаю, вот эта тема вам тоже даже близка и интересна. Понятно, что Антарктида – это последний открытый материк, там в 19 веке его только открыли, но тем не менее представление о том, что где-то там на юге должен быть большой массив суши, такие представления еще были у древних греков, они же и слово это придумали, Антарктос, то, что значит напротив Арктики, да? Антарктида – то, что напротив Арктики. То есть, по их представлениям, там должен был быть массив суши, который уравновешивал бы сушу в северном полушарии. Поскольку понятно, что древние греки уже понимали, что Земля круглая, шарообразная и так далее. И вот эту неведомую Землю называли Terra Australis Incognita, неизвестная южная Земля. И все время пытались к ней пробиться разные мореплаватели. Вот здесь показана карта, это вторая половина 16 века, уже ближе к концу, одна из карт Меркатора. И мы видим вот эти вот границы вот этого неведомого материка. Ну и понятно, что их рисовали более-менее произвольно, то есть в каком-то направлении моряки сдвинулись, открыли там какой-то остров, да, и вот там ставили границу вот этого материка. Вот смотрите, тут уже виден пролив Магеллана, да, он уже к тому времени открыт. И даже уже, на самом деле, уже Дрейк проплыл проливом Дрейка к тому времени, но на карте еще это не отображено, потому что не так быстро информация распространялась. Австралии еще нет, еще чуть позже ее откроют, да, отделят от других частей суши. Вот постепенно эта Terra Australis Incognita все сжималось и сжималось в представлении людей дальше на юг. От этого названия осталось название Австралия, что означает южная, да, по латыни. И вот уже только в 19... Да, ну, конечно, тут нельзя не сказать про Пони Кука. В 1770-х, по-моему, годах, это его вторая кругосветная экспедиция, он продвинулся на юг дальше всех, первым пересек южный полярный круг, тоже не нашел там никакой суши и сказал, что дальше меня никто не пройдет, а если даже и пройдет, то, в общем, ничего интересного там открыто не будет, и Земля это никому не интересна и не пригодна, даже если она там существует. Но, тем не менее, спустя 50 лет после плавания Кука была организована российская экспедиция к южному континенту, которая длилась 2 года. Вот в прошлом году, в январе, мы 200-летие открытия Антарктиды справляли, и случилось это 28 января 1820 года, примерно вот в этом месте. Экспедиция подошла достаточно близко к Антарктиде и увидела край ледяного шельфа. То есть они не могли и не видели в этой точке никакой, собственно говоря, суши, земли коренных пород, да, они могли видеть только лед. А уже именно сушу, землю они видели спустя где-то год вот в этой точке, которая называется Земля Александра. Примерно вот так выглядит то место, где Беллинсгаузен и Лазарев подплывали к берегу Антарктиды. Ну, это приблизительно то же самое место. Однажды наше судно там проходило в этих широтах, и вот
такой снимок я сделал. То есть примерно так мог выглядеть тот матерый лед, про который они писали в своих дневниках. И только 75 лет спустя после открытия Антарктиды впервые человек высадился на берег. Можете себе представить, 75 лет люди только плавали вокруг, а на, собственно говоря, берег Антарктиды никто не высаживался. Он был норвежец Карстен Борг-Гревинг, норвежский китобой, который в январе 1895 года, примерно в этой точке, первым вышел на берег Антарктиды. Они там проплывали на лодке, увидели среди облаков разводе чистой воды, и за ними был берег, и они направили туда свою лодку, и Карстен первый вышел из лодки, еще пока она не доплыла до берега, и прямо по воде первым вышел на континент. Он же был, кстати говоря, первым, кто зимовал в Антарктиде спустя 4 года, с 99 на 1900 год он провел там первую зимовку в той же самой точке, на мысе Адер. Вот как Антарктида выглядит сейчас. Это компиляция спутниковых снимков высокого разрешения. Континент этот не самый крупный, его площадь 14 миллионов квадратных километров. Это чуть больше площади России, примерно одинаковая у них территория. 98% покрыт материк льдом. Тоже, соответственно, уникальный в этом отношении. И, соответственно, у него также и большая средняя высота, больше 2 километров, поскольку он весь покрыт вот этим ледяным куполом. Тут вообще к этому материку слово «самый» можно применять много раз. Он и самый холодный по понятным причинам, самый высокий, самый сухой. Тут очень низкое количество осадков, да, и самые высокие скорости ветра тут наблюдаются до 100 метров. В секунду и выше. 100 метров в секунду – это, соответственно, 360 километров в час. Материк этот никому не принадлежит, но об этом еще будет дальше у меня отдельный слайд. И нет там до сих пор постоянного населения, хотя вот страны такие, как Аргентина, Чили, они там временно людей завозят, люди там живут какое-то время вахтами. Но там есть множество полярных станций, то есть согласно договору об Антарктике, этот материк, он целиком и полностью посвящен науке, там нельзя добывать полезные ископаемые и заниматься их разведкой, там запрещено оружие, запрещена атомная энергия даже в мирных целях и так далее, и так далее. То есть это материк только для научных исследований. И порядка где-то 50 или там больше научных станций находится. Большинство из них сосредоточены вот в районе Антарктического полуострова и вот в этом секторе Антарктиды на берегу. А внутри континента станций относительно немного. В России сейчас 5 станций постоянных. Это Мирный. Это наша первая станция. Она была открыта в феврале 1956 года. Станция «Прогресс». Это сейчас главная база России в Антарктике. Станция Новолазаревская примерно вот здесь. И там находится крупный аэродром, на который даже колесные самолеты могут садиться. Станция «Беллинсгаузен». Ну и станция «Восток», которая находится вот здесь, в центре материка. Это наша единственная внутриконтинентальная станция в России. Никому этот материк не принадлежит, хотя несколько стран имеют там территориальные претензии. Это такие страны, как Великобритания, Норвегия, Франция, которые, скажем так, они очень много вложили сил в изучение этого континента, они были там, можно сказать, первопроходцами, да, а также Новая Зеландия, Австралия, Чили и Аргентина, потому что они просто близко расположены и тоже претендуют, соответственно, на эти территории. И вот на этой карте показаны их сектора, их территориальных претензий. У России нету претензий территориальных в Антарктике, так же, как и у Соединенных Штатов. Но неким эффективным освоением территории все равно люди занимаются. Вот на станции Беллинсгаузен стоит вот эта церковь Троицы. Это самый южный в мире православный храм и, собственно, единственный в Антарктиде. Большая часть территории покрыта льдом, как я уже сказал, а примерно там 2% лишь только свободны от льда, и такие места называются оазисы, антарктические оазисы. Ну, конечно, на оазисы тропические они не похожи совсем, но, тем не менее, там действительно микроклимат гораздо-гораздо теплее, чем на окружающих ледяных пространствах. И вся жизнь, какая есть в Антарктиде, она, в общем,
сосредоточена в районе оазисов. Ну, в общем-то, жизнь там не богата, естественно. Это в основном разные виды птиц, такие там, как пингвины, нескольких видов. Это самый известный, да, вид птиц. Поморники, полярные буревестники, там всякие прилетные птицы, типа крачек, которые туда прилетают на лето только. Из растительности, ну, высшие растения сосудистые живут только на самом кончике антарктического полуострова, вот здесь вот. В основном это мхи и лишайники, вот так они выглядят. И, в общем, вся жизнь в Антарктике связана с морем, так или иначе, потому что на суше, по большому счету, питаться нечем. То есть эти птицы, они в основном охотятся в море. Ну, а такие хищные птицы, как, скажем, вот эти поморники, они, конечно, могут охотиться и на детенышей пингвинов, на птенцов. То есть у них какая-то еда и на суше тоже есть. Ну вот мы закончили рассказ про краевую часть Антарктиды, да, и перемещаемся в ее центральные районы. И вот эта вот станция «Восток», так она выглядит с воздуха. Вот эти темные пятнышки под крылом самолета – это жилые помещения станции «Восток», которые в основном сейчас находятся под снегом. Вот мы видим, дорожка уходит вдаль, это с движения санно-гусеничных поездов, которые ежегодно летом приходят на станцию и обеспечивают ее топливом. Вот взлетно-посадочная полоса, куда самолет садится. То есть вот такая крошечная территория, и вокруг сотни-сотни, тысячи километров снежной пустыни, и совершенно ничего нет. Станция «Восток». Открыта она была 16 декабря 1957 года. Тоже, собственно говоря, одна из первых наших станций, по-моему, во вторую, кажется, экспедицию она была открыта. Изначально открыли ее из тех соображений, что там находится южный геомагнитный полюс планеты. То есть вообще у Советского Союза были планы открыть станцию на Южном полюсе, но не успели, там американцы опередили, вот решили открыть в районе Южного геомагнитного полюса и, собственно говоря, не прогадали, потому что эта точка оказалась гораздо интереснее в итоге. Среднегодовая температура воздуха примерно минус 56 градусов и минимальная до минус 89. Это минимальная зафиксированная инструментальная температура, но в реальности, возможно, там и ниже может температура опускаться до минус 90 и ниже, чем минус 90 даже. Высота над уровнем моря примерно 3500 метров. Благодаря этому давление атмосферное там очень низкое, где-то там 620 миллибар в среднем, или, если вам понятнее, это 470 миллиметров ртутного столба, то есть 60% от нормы. Для тех из вас, кто был в горах, это примерно соответствует высоте где-то 4,5 километра на Кавказе, вот такое там давление. Соответственно, все, кто прибывает на станцию, испытывают жесткую гипоксию, горную болезнь. В общем, ну, малоприятное ощущение. Количество осадков среднегодовое 23 миллиметра, и это тоже очень мало. Это меньше, чем в пустыне Сахара, например. То есть это очень-очень сухая территория. Для сравнения, в Санкт-Петербурге 660 миллиметров, то есть примерно в 30 раз больше. Ну, в Москве где-то 670 миллиметров, то есть, может быть, вы удивитесь, но в Москве больше осадков выпадает, чем в Питере, хотя вот у Питера слава такого дождливого города. Научная активность на станции «Восток» – это метеорологические наблюдения, но это, понятно, не ведутся на всех станциях в обязательном порядке. Наблюдения за магнитными, электрическими полями, то есть геофизика атмосферная, ради чего станция изначально была открыта, и бурение льда, и изучение подледникового озера «Восток». Выделил жирным, потому что это те проекты, которые сейчас весьма активны, и до сих пор, хотя сейчас такой небольшой период затишья, да. И, собственно, этими проектами я и занимаюсь, я в них вовлечен, поэтому про них я и буду вам рассказывать в основном. Но сначала, опять же, немножко, совсем буквально пару слов, рассказ о жизни и бытии станции, о том, как она обеспечивается. Сейчас люди попадают на станцию на таких самолетах. Это канадский самолет «Баслер», который, собственно говоря, не что иное, как копия старого американского самолета DC-3 «Дуглас» производства 1940-х годов. То есть реально корпуса этих самолетов сделаны в 40-х годах. Просто у них начинка вся заменена на новую, то есть поставлены новые движки, новая всякая электроника, управление, а сами корпуса 40-х годов. Тем не менее, машина
прекрасная, надежная. Это один из лучших самолетов, которые когда-либо вообще люди создавали. Вот на них люди прилетают на станцию «Восток», а все грузы большие приходят на станцию, конечно, ходами. Вот так выглядят эти походы. Это тягачи «Пистон-Були» фирмы «Касборер». Тоже, если кто из вас бывал в горах, на Кавказе, на Эльбрусе, вы могли там видеть такие же тягачи. Для того, чтобы станция существовала, на каждый год нужно где-то 150 тонн дизельного топлива примерно. Понятно, что самолетом это привезти невозможно, и вот тягачи тянут это топливо на саночках, на лыжах. Ну и какие-то продукты, какие-то грузы, строительные материалы тоже приходят походом. То есть сейчас это выглядит вот так, а когда-то походы выглядели таким образом. Были старые наши советские тягачи, харьковчанки. Ну, мне, кстати, довелось в таких походах тоже побывать. Всего-навсего где-то лет 10 назад были вот эти машины заменены на новые, поэтому это еще не такая уж давняя история. Вот так сейчас выглядит станция «Восток». Она практически полностью уже под снегом. Построены вот эти дома были в конце 70-х годов где-то, в начале 80-х. И это уже вторая станция, а первая, которая построена в 57-м году, она расположена вот неподалеку, и она уже под снегом целиком и полностью, и сверху там где-то метров 5 снега уже навалило. То есть эта станция уже вторая по счету. Вот так она выглядит вблизи. Только одно строение находится полностью на поверхности. Это дизель-электростанция, где вырабатывается тепло, энергия, электричество. То есть это сердце любой полярной станции. Это вот деска, там, где сжигается топливо и производится электричество. Вот так выглядит вход на саму станцию, в ее жилое помещение. То есть мы проходим вот в этот снежный тоннель, который внутри выглядит таким образом. Стоит памятник Алексею Федоровичу Трешнику, основателю станции «Восток». Проходим еще дальше, и вот попадаем мы в такой тамбур, система дверей, для того, чтобы помещение не выхолаживалось слишком быстро. Внутри помещение выглядит вот примерно так. То есть все это довольно такое старенькое, устаревшее. Вот это вот помещение столовой, она же камбуз, то есть если мы голову повернем направо, мы увидим вот плиту, где все это готовится, повернем голову налево, увидим вот эти столы, где люди сидят, принимают пищу 3 раза в день. Когда-то здесь была медицинская часть, но потом станцию уплотнили, из 2 домов сделали 1, и вот медики теперь живут в другом месте, а бывшая медчасть превратилась в столовую. Это комната отдыха единственная, которая есть на станции. Ну, такая комната общего пользования, скажем так. Вот люди могут смотреть телевизор. Вот человек сидит, телевизор смотрит. Интернет теперь есть на станции «Восток». Ну, слабенький, конечно, но тем не менее можно переписываться. Бильярдный стол стоит. То есть сейчас основное развлечение для людей – это, конечно, интернет и компьютер и какие-то фильмы. А вот такое развлечение, которое происходит в среднем каждую неделю, раз в неделю, это заготовка снега, потому что для жизни людей понятно, что нужна вода, нужно много воды, и воды действительно вокруг навалом, но она вся в твердом виде, в виде снега. Соответственно, снег надо напилить такими комочками, он дальше переносится на склад, в холодный, и из склада этого дежурный берет и кладет эти комочки снега в снеготаялку, чтобы получилась вода. И на это, конечно, уходит тоже много энергии достаточно. В общем, станция, как вы понимаете, уже устарела и морально, и физически. И жить там уже становится и сложно, и даже довольно-таки опасно. Поэтому у России есть планы строительства новой станции. Она уже даже построена, собственно говоря. Она построена, и в следующем году, в следующем сезоне будет отправлена в Антарктиду, где начнется ее сборка постепенно. Вот так она будет выглядеть. Это некая компьютерная визуализация того, как эта новая станция будет выглядеть. Тут написано, что вот в эксплуатацию 22-й год, но это уже нереальные планы, естественно. То есть где-то в 25-26 году, если будет все хорошо, то станция новая будет введена в строй. Интересный факт, что строительство этой станции – это частные деньги. То есть это инвестиции господина Михельсона, главы группы «Новатек», и какую-то часть денег также дает государство. Но основные деньги – это
это частные инвестиции. Вот такая бытовая часть вводная закончена. А теперь расскажу буквально в двух словах про то, какой наукой там люди занимаются. И один из основных проектов, пожалуй, может быть, самый интересный, это бурение льда, глубокое бурение льда, изучение ледяного керна и исследование палеоклимата. На этой фотографии как раз показаны буровые вышки станции «Восток». Вот это старые буровые, которые сейчас уже не действуют, они заброшены. И вот новая буровая 5G действующая, на которой работа производится и в настоящий момент тоже. Ну, история-то давняя. Собственно, бурение началось первое в 70-м году. Это была такая модная тема в те времена. Самые первые проекты бурения где-то в начале 60-х годов в Гренландии, в Антарктиде, их начали американцы совместно с датчанами, там, с другими странами, Франция. И вот в 70-м году Россия тоже начала свой буровой проект на станции «Восток». И цель этих всех проектов была одна – это изучение прошлого климата Земли, да, потому что по ледяным кернам мы можем изучать, как менялся климат Земли в далеком прошлом. Во-первых, для чего это все нужно? Понятно, что изучать прошлый климат Земли необходимо для того, чтобы понять современные климатические изменения, потому что вот если мы смотрим на вот график инструментальных измерений температуры за последние 150 лет, мы видим вот это глобальное потепление, про которое сейчас говорят, но если мы не знаем, что было раньше, что было до того, там, сотни, тысячи лет, вот, до начала инструментальных наблюдений, то нам сложно интерпретировать эту картинку. Методов у палеогеографии довольно много, и один из самых богатых методов палеогеографии – это изучение снежных и ледяных отложений полярных и горных ледников. Да, потому что вот в Антарктиде, например, и в Центральной Гренландии снег падает непрерывно зимой и летом в твердом виде, то есть температура там ниже нуля даже в разгар лета. Скажем, на востоке летом температура минус 30, и ни о каком таянии речи нет. Все, что из неба выпадает, все остается там навечно, со временем оно спрессовывается, из снега превращается в лед. Но вот эта информация о том, при каких условиях эти осадки выпадали, она сохраняется в этих ледяных слоях. Соответственно, мы можем выкопать шкаф или пробурить скважину, добыть вот эти образцы ископаемых осадков, образцы снега и льда, и изучать, каков был климат в далеком прошлом. Вот так это все происходит в Антарктиде. Вот это глубокие шурфы и не очень глубокие. А вот это бурение с помощью ручного бура, таким образом можно метров 20-25 пробурить достаточно легко. Но если надо идти глубже, на глубину там в сотни метров, в километр, то тогда нужна уже более сложная техника. Вот примерно так, как показано на этой фотографии. Здесь происходит момент разборки бурового снаряда. Вот это лебедка и управление этим снарядом. Снаряд висит на кабеле. На этом кабеле он опускается в скважину, нижняя часть бурового снаряда вращается. На торцах этого бурового снаряда находятся ножи, которые режут лед, и внутри снаряда, внутри этой полой трубы, остается вот этот ледяной цилиндр, который и называется ледяной керн. Вот момент выемки ледяного керна из-за бурового снаряда. Это не постановочное фото, это реальный рабочий момент, как это все происходит в жизни. То есть вот эти три товарища – это буровики, а вот этот товарищ – это глицеолог, который принимает этот ледяной керн и дальше уносит его в лабораторию и производит с этим керном какие-то манипуляции. Какие манипуляции там происходят? Ну, перво-наперво, естественно, керн надо довольно, скажем так, точно измерить, приписать ему определенную глубину, то есть понять, с какой точно глубины этот керн взят, и дальше происходит отбор проб на изотопный состав, то есть срезается такой тоненький горбыль с внешней поверхности этого керна. Керн может разрезаться поперек, если нужны какие-то еще другие образцы. И вот так вот он выглядит на свет, то есть абсолютно прозрачный, идеальный лед, состоящий чуть ли не из монокристаллов идеального льда, то есть не содержащего никаких структурных нарушений. Также в поле можно измерить электропровод,
Плотность этого льда является таким интегральным показателем химического состава этого керна. Да? Чем больше химических примесей, тем будет выше электропроводность. И все это можно измерить и прямиком записать на компьютер. И по сигналу электропроводности можно, например, определить слои, где находятся продукты каких-то вулканических извержений, да, известны. И, соответственно, можно точно продатировать эти слои керна, если мы знаем год, когда случилось это извержение. Изучается также в поле структура этого льда, то есть ориентировка ледяных кристаллов, их размер. Но в основном все анализы, конечно, производятся уже на большой земле. И для этого образцы эти доставляются из Центральной Антарктиды в Европу, в Россию, в разные лаборатории, вот в том числе в ту лабораторию, где я сейчас сижу, в Санкт-Петербурге. Но основная часть керна остается в кернохранилище под снегом на станции «Восток» на глубине 5 метров, где постоянная температура, примерно минус 50 градусов, это идеальные условия для хранения льда, то есть его свойства при такой температуре практически не меняются. Соответственно, если нам нужно повторить какие-то анализы по определенному интервалу керна, мы приходим в кернохранилище и берем нужный нам кусок керна. Буквально один слайд о том, какие результаты были получены по керну станции «Восток». Ну, в общем, это уже довольно давняя история, как вы видите. То есть это была статья в 99 году опубликована Жаном Робером Петти с авторами. И вот тогда впервые был получен климатический ряд за 4 полных климатических цикла. То есть ряд, длина которого 420 тысяч лет. Была реконструирована температура нашей планеты за этот промежуток времени. Вот наше время, Голоцен, где мы живем, да, межледниковый, вот предыдущий холодный период ледниковый, вот предыдущий межледниковый и так далее, и так далее. Вот концентрация пыли, которая показывает нам аридность климата планеты, интенсивность меридионального переноса и так далее, и так далее. И вот самые интересные, может быть, данные – это содержание парниковых газов, СО2 и метана в этом керне. И вот впервые, собственно говоря, по керну станции «Восток» было показано экспериментально, что действительно содержание парниковых газов очень, скажем так, интенсивно влияет на климат нашей планеты. Ну, теория к тому времени уже давно была разработана, парниковый эффект был открыт еще в конце 19 века Сванте Ареньюсом, но инструментальных подтверждений было не так много. И вот впервые люди увидели, что температура планеты имеет очень-очень тесную связь с концентрацией парниковых газов. Это первый момент. И второй момент, что современная концентрация парниковых газов, а сейчас это уже больше 410 частей на миллион, 410 ppm, она гораздо больше, чем концентрация, которая была типична для атмосферы за последние там, полмиллиона лет. То есть она менялась в пределах где-то от 180 до 280 ppm, не больше. И вот этот лишний углекислый газ взялся за счет нашей человеческой деятельности, за счет сжигания ископаемого топлива в основном. Но, тем не менее, первопричина этих климатических колебаний – это колебания орбитальных циклов нашей планеты, так называемые циклы Миланковича, да, что определяет приход солнечной инсоляции в высоких широтах северного полушария летом. То есть первопричина – это вот приход солнечной энергии, да, в северном полушарии. Но эти колебания относительно слабенькие, вот они уже усиливаются вот этим фактором, связанным с концентрацией парниковых газов в атмосфере. Самый длинный ряд ледяным керном, который сейчас доступен ученым, это его длина 800 тысяч лет, и он был получен на французской станции «Конкордия», тоже в Антарктиде, неподалеку от станции «Восток», там 550 километров удаления. Но есть желание пробурить как можно более глубокий лед возрастом до 1,5 или, может быть, даже 2 миллионов лет, поскольку примерно 1 миллион лет назад случился на Земле такой климатический переход, так называемый среднеплейстоценовый климатический переход, причины которого не ясны, но, возможно, он был связан как раз с изменением концентрации СО2 в атмосфере. И вот, чтобы такой лед получить, надо найти место, где этот древний лед может находиться в ненарушенном виде.
И одно из таких мест находится вот неподалеку от станции «Восток», в районе ледораздела «Б», примерно в 300 километрах. И вот в прошлом году, в январе, мы туда сделали первый научный поход, в эти места, чтобы добыть первые сведения, собственно говоря, об этой территории, поскольку этот ледораздел «Б» — это до сих пор там так белое пятно в Антарктиде. И следующая небольшая часть моего рассказа — это озеро «Восток». Вот здесь оно расположено. Оно довольно крупное, настолько крупное, что его даже видно из космоса. Естественно, это озеро находится под льдом, да, оно не на поверхности материка находится, оно находится под льдом толщиной до 4 километров, но оно настолько крупное, что даже на поверхности ледника его контуры видны. И это озеро называют одним из крупных и последним крупным открытием географическим в 20 веке. Лишь только в 90-х годах его открыли, хотя эти сведения о том, что там вообще озеро должно находиться, они давно собирались. И одним из первых, кто об этом начал говорить еще в конце 50-х годов, это был Игорь Алексеевич Зотиков, который первый, скажем так, обосновал возможность таяния ледника на дне Антарктиды, да, поскольку у нас повсюду на Земле имеется поток геотермального тепла, который идет из недр Земли наружу, то чем дальше вглубь недр Земли мы опускаемся, тем температура становится выше, да, и то же самое происходит в Антарктиде. Поэтому если ледник достаточно толстый, то на какой-то критической глубине у нас температура льда достигает точки плавления при данном давлении. И вот Игорь Алексеевич посчитал, что, собственно говоря, донное таяние должно охватывать большую часть Антарктиды. Соответственно, если там есть жидкая вода, то она где-то должна скапливаться в понижениях рельефа, и там должны быть озера. То есть это было такое теоретическое предсказание. Были и экспериментальные свидетельства. Вот одним из первых был Андрей Капица, который, будучи молодым, проводил там сейсмические исследования в Антарктике и вот получал такие интересные отражения, эхо от слоя воды подо льдом. Ну, он изначально интерпретировал это как отражение от слоя мягких осадочных пород, но, скажем так, спустя какое-то время вернулся к этим данным и осознал, что на самом деле это было отражение от слоя воды. То есть долго накапливались эти данные. В 70-х годах были очень обширные радиолокационные исследования в Антарктиде, и английские, и советские. Эти данные постепенно накапливались. И вот, наконец, в 93-м году, когда уже спутниковые исследования широко стали применяться, вот было сделано открытие этого озера. Ну и в данный момент уже таких озер под льдом Антарктиды известно больше 400. Каждый год открывают все новые и новые. И, скорее всего, под льдом Антарктиды существует довольно активная такая гидрологическая сеть. То есть это не просто какие-то неподвижные, замершие, застывшие там массивы воды. Нет, скорее всего, вода между ними перемещается, притекает из одного озера в другое. Есть подледные реки, каналы. То есть довольно активная, бурная гидрологическая жизнь там существует под льдом. Только озеро было открыто в начале 90-х годов, сразу же начались довольно активные изучения этого объекта. Этим занималась наша полярная морская геолого-разведочная экспедиция совместно с российской антарктической экспедицией. Они провели наземные исследования с помощью вот методов радиолокации и сейсмики. 2 года, 2 летних сезона. Американская антарктическая научная программа там участвовала, они летали на самолетах с помощью вот такой воздушной геофизической обсерватории, изучали это озеро. И довольно, так сказать, детально его закартировали. То есть, по крайней мере, морфология этого озера известна весьма, весьма хорошо. Также еще до проникновения в это озеро, до его вскрытия, в наших руках был ледяной керн, который был сложен из озерного льда, который намерз из озерной воды на нижнюю поверхность ледника. То есть примерно 200 метров такого льда было в наших руках. И мы изучали его изотопный состав, и газовый состав, и химический состав, и вот даже минеральные включения какие-то там находили. Вот эти данные нам позволяли изучать, что собой это озеро представляет, каков его гидрологический режим, какая там экологическая обстановка.
еще до прямого проникновения в это озеро. Ну вот, в частности, да, скажем, биологические исследования были проведены по этому озерному льду, весьма тщательные, и оказалось, что содержание органики в этом льду ничтожно мало, примерно 10 частей на миллиард, даже меньше, а концентрация клеток меньше 10 клеток на миллилитр. Ну, это гораздо-гораздо меньше, во много раз меньше, чем в самой чистой лабораторной дистиллированной воде. То есть это практически, ну, ноль, там ничего нет. Но, тем не менее, была обнаружена вот такая вот бактерия термофильная, которая, она была обнаружена во льду, но понятное дело, что живет она где-то на дне озера, в теплых гидротермальных источниках, которые, по-видимому, на дне этого озера существуют. И в итоге, что мы знаем об озере к настоящему моменту? Мы хорошо очень знаем его форму, его размеры. Его размеры где-то 250 километров на 60 километров. Толщина воды в среднем там где-то 400 метров. Максимальная толщина 1200 метров. Площадь 15 тысяч квадратных километров. Это примерно как площадь Ладожского озера, которое является крупнейшим озером в Европе, между прочим. А объем озера Восток порядка 6 тысяч кубических километров. Это гораздо больше, чем у Ладоги. Ну, меньше, чем у Байкала, но, тем не менее, озеро Восток – пятое по величине пресноводное озеро в мире по количеству воды. Скорее всего, озеро находится в равновесии, в массовом равновесии, то есть его объем не увеличивается. Видимо, там нету крупных притоков воды, и ничто из этого озера не вытекает, скорее всего. Оно изолировано от внешнего мира уже как минимум там 14 миллионов лет. То есть это тот период времени, когда там существует ледник, да. Соответственно, там может существовать какая-то очень экстравагантная, скажем так, экологическая ниша. Ну, поскольку если там микробиота развивалась изолированно на протяжении там 15 миллионов лет, то за это время эволюция могла уйти достаточно далеко, да. Там существует активная термохолинная циркуляция, есть гидротермальные источники. То есть вот это то, что мы про озеро знаем, но мы не знаем, вообще говоря, главного. Мы не знаем, когда и как оно образовалось. Понятно, что это рифтовый разлом, но время этого разлома неизвестно. Это может быть и какие-то миллионы лет назад, а может быть и гораздо больше. То есть озеро могло образоваться еще до ледника, а могло образоваться уже подо льдом. И неизвестно, есть ли, собственно говоря, в озере жизнь. Да, там есть термофильные бактерии на дне, но в самой воде живет ли кто-то или нет, это пока неизвестно. Ну и 5 февраля 2012 года состоялось первое вскрытие этого озера. Вот схема показана на этом слайде. Давайте еще раз ее покрутим. То есть скважина подошла к поверхности озера на глубине 3770 метров. Вода поднялась вверх за счет разницы давления. То есть давление в скважине меньше, чем в озере, поэтому вода поднялась вверх. Она там замерзла за год, и через год мы пришли и заново разбурили вот этот участок льда и таким образом взяли первые образцы озерной воды в таком замерзшем виде. То есть в озеро, собственно говоря, ничто не проникало. То есть буровой снаряд в озеро не был опущен, и мы верим, что осталось нетронутым и чистым. Оно не было загрязнено в результате вот этого операции вскрытия. Но когда буровой снаряд был вытащен на поверхность, он выглядел вот таким вот образом. Он был весь, конечно, облеплен льдом, потому что, да, в момент вскрытия вода поднялась наверх, окутала этот снаряд слоем, да, таким толстым. Сразу она начала довольно быстро замерзать, и вот в таком виде снаряд вышел на поверхность. Он был весь полностью заморожен. На нижней поверхности снаряда нависла вот такая сосулька длиной сантиметров 40. И, собственно говоря, из этой сосульки самый первый образец воды и был взят, но тут где-то примерно половина или 30% по объему это была замерзшая заливочная жидкость, то есть керосин. Поэтому, в общем-то, эта проба была малопригодна для каких-то исследований. Ледяной керн, который был вытащен из самого последнего рейса, он выглядел вот так, то есть он был весь расколот на мелкие кусочки за счет вот этого мощного удара воды снизу в момент вскрытия. Ну, там разница давления была порядка 3-4 атмосфер. Это очень много, конечно. То есть это 4 килограмма на квадратный сантиметр, да? И, собственно говоря, это был последний день в том сезоне. На следующий день мы уже станцию
покинули, сделав вот такой вот прощальный снимок, который потом там разлетелся, скажем так, по мировым средствам массовой информации. Ну, большое внимание было приковано к этому моменту, к вскрытию озера, и даже, скажем так, руководство страны проявило к этому какой-то интерес, там были всякие разные встречи и так далее. Но, в общем, особо ничем результативным для нас это не кончилось, потому что проект изучения озера на тот момент был практически свернут ввиду отсутствия финансирования. Да, к сожалению, вот так вот все получилось. Ну, что будет дальше с этим проектом, мы не знаем. То есть есть разные планы, про которые я пока не буду вам рассказывать, поскольку нет подтверждения того, что эти планы сбудутся. Но, тем не менее, это озеро, конечно, объект совершенно уникальный, интересный для всех, и в том числе даже для космических исследований он тоже может быть интересен, поскольку, как вы, вероятно, знаете, на малых планетах Солнечной системы, таких как Европа, спутник Юпитера, да, Энцелад, спутник Сатурна, они частично покрыты льдом, и под этим льдом может находиться жидкий океан. И, соответственно, вот это прямой аналог того, что у нас там происходит в Антарктиде. Поэтому, если когда-то какие-то миссии будут организованы к вот этим далеким планетам Солнечной системы, то, безусловно, начинать такие исследования надо здесь, в Антарктиде, на озере Восток. Здесь надо отрабатывать все технологии чистого вскрытия этих озер, отбора проб и так далее, и так далее. Надеюсь, что в ближайшие лет 10 такие работы будут предприняты. Вот, на этом у меня все. Ну что ж, Алексей, спасибо вам за лекцию. Поблагодарим нашего лектора за лекцию. Уверена, что есть ряд вопросов. Мы попросим, да, я вижу несколько вопросов, мы попросим лекторов подготовить на них ответы и опубликуем, конечно же, в ближайшее время на странице проекта www.univer.ist.su. После небольшого перерыва мы вернемся в лекторий на заключительную лекцию этого дня.